James, honey, did something happen to you after we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. Promise you'll take me again, James. Kind of look like a ghost. No? Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? I was almost killed back there. I have never been so scared my whole life. All you care about is that dead woman. You couldn't care less about me. Lost? He tried sneaking up on me in the dark. I could see it in his eyes. You can't just kill someone because the way they looked. Maybe I did. What's a little girl like you doing here anyway? I don't know. What's a big dum-dum like you doing here anyway? Oh, it's you. Just put the gun to their head. Yeah. Do you want me to be? All I want from you is an answer. I just... Stay with me. Don't leave me alone again. You're supposed to take care of me. Doesn't matter who I am. I am here for you, James. See? I'm real. Начинаем проходить Silent Hill 2. Наконец-то! Как же я этого долго ждал! Сложность боев, разумеется, высокая. Тоже. Я еще не такой старый.
Ну поехали. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Name. It's ridiculous. It couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? После этого долгого выступления я поприветствую всех тех, кто пришел глянуть, а в моем удовольствии просто пройти. Кто хочет, смотрите, кто хочет, не смотрите. По настройкам у меня все очень печально, почти же самых низких.
если не на самых, потому что видеокарта не позволяет вырисовывать нормально. Ну, это пока что. Что ж, Silent Hill 2 ремейк. Я один из тех, кто переиграл в оригинал. Не в одну кучу раз, что я только что сказал. Так что я имею представление, что здесь за сюжет, ну и прочее. И мне очень интересно взглянуть на ремейк, особенно после всех тех восторженных отзывов, которые про него говорят. Я ничего не спойлерил себе. Я прохождение лишь знаю только из первых часовых геймплеев там на японском канале каком-то выходили. Во все остальное не имею вообще никакого понятия. Enhanced Vision and что-то там и что-то здесь. Не вижу. Что-то вообще очень темно. Не могу разглядеть. По настройкам также что-то у меня отключено. Так, что я там нажимаю-то? Ну, по настройкам интерфейса я поставил там пользовательский, я мог вообще бы все отключить. Однако прицел я не отключу, это невозможно, это в конце концов игра. Ну, поставил его хотя бы тонким. Ну, прозрачность, я думаю, не имеет смысла там выкручивать. Цвет прицела. Зачем я все это рассказываю? Вообще пофигу. Просто играем. Это его машина, судя по всему, где у нас лежит карта. Карта Южной долины. Ранчо Сайлент Хилла, озеро Талука, кладбище, смотровая площадка. Наш путь сейчас держится прямиком к кладбищу. Что ж. После нашей последней встречи очень много переменилось. Ну, учитывая то, что из заднего фона теперь имеется вот такой вот качественный наилуп, как называется, сэндбокс. Что-то я путаю. Ладно, пофигу. Это та самая машина, на которой приехал. Знаменитая надпись «We come». Мы придем. Я надеюсь, меня слышно. Потому что микрофон вроде бы, конечно, максимально как бы близко ко мне. Но не знаю. Можно, короче, сесть так, чтобы это... Так, эту штуку можно вот так вообще, чтобы она не мешалась. Да. Road closed. Ну ладно. Интересно. Это уклонение на так называемый кружок или нолик. Квадрат непонятно за что отвечает. X это действие. Треугольник это у нас получается всякие хилки. Вот как быстро камеру поворачивать. R1. Удобно. Толук лайк. Принципы прохождения будут строиться следующие. Я буду играть в свое удовольствие. Вот и все.
особо больших комментариев вряд ли услышите. Потому что я и сам хочу насладиться всем этим. Так что да. Как и в оригинале, тут и начинается вот это вот нагнетающее. Наша точка сохранения. Дорога в Silent Hill. Да, Джеймс, это жутковато. Особенно учитывая, в какую ситуацию ты у нас сейчас будешь попадать. Сюжет этой игры одно из самых сильных, одно из самых запоминающихся и одно из самых, вообще самых-самых. Этим игра и зацепила. С геймплейной точки зрения тоже Resident Evil 2 на PlayStation 1 будет лучше. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No. Believe you, it's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah,
you too. Не, ну просто вот такие мурашки по коже от всех этих звуков. Акира Ямаока просто. Он занимает у меня уже около 100 саундтреков в одной только папке. Did you want anything else? No, it's just this fog. Does it seem unsettling to you? I guess. It's just through the gate and down the path. You'll get there in no time. Хорошо, спасибо. Правда, хрен тут что можно разглядеть. Да, походу озеро уже начало затоплять и могилки. Ладненько, пойдемте. А вот эти ворота, линии электропередач, которые обрываются вот здесь. О, боже. И ведь в оригинале весь этот туман. Ну как в оригинале. И в первой, и второй, и в некоторых других частях он же создан для того, чтобы скрывать недочеты дальности прорисовки для увеличения производительности. И как узналось впоследствии. Кукурузное поле. Поля. Поле. Да. Как узналось впоследствии, когда люди поставили мод на выключение всего этого тумана, там тоже своя дальность прорисовки была не очень. Однако на даль вперед она хорошо прорисовывает. Я надеюсь, ты там не оживешь. За нами определенно кто-то наблюдает. Мне бы очень не хотелось заранее с ними встречаться. Ну, в новой игре плюс я помню, что где-то здесь должен быть этот бензопила. Ну, вот, кстати, вот тут какие-то вот следы. Вот особенно вот этот вот выделяется. Скорее всего, мы здесь ее и получаем. Silent Hill Ranch. Пасхалочка, которую вот нашли другие игроки с шрифтом Comic Sans. Удивили то, что вот они сумели оставить ее. Но для нашего канала Sense это, разумеется, одна из важных фигур, которая вообще и даже имеет в нашем названии самого канала Senpai, образованная, напоминаю, от Санса и Папируса, то бишь такого объединения. Не путать ни с какими пэрингами ни в коем случае. Да, вот вижу вот эти вот микролаги, фризы. Но на мое удивление, эта игра
куда лучше оптимизировано, чем тот же ремейк The Last of Us, так называемый ремейк, точнее The Last of Us Part 1. Первые изменения, так сказать. Как я видел в одних из рецензий, это типа означает, что как игра, получается, позиционирует себя. Если в оригинале мы просто пробегаем там вперед, то здесь мы именно сворачиваем и начинаем что-то рыскать. То есть это одно из изменений ремейка. Какая-то бумажка. Вот, да, это будет очень неудобно находить все это без всяких подсвечиваний и все такое, но зато вот голова Джеймса поворачивает. Надо будет внимательно следить за этим. Went to town to get the window fixed. Staircase in a driver. Я в городе разбираю сок. С окном. Запасной ключ в ящике. Power to parts. Здесь закрыто. Hello? Anyone in here? Ну, судя по включенному свету, интересным плакатиком. О-о-о. Особенно по такому. Так, вот и ключики. Куда ты там посмотрел? Снова на эту записку. Обалдеть. Ключ остался в двери. Не исчеза. Это шедевр. Все. Это шедевр. Как же тяжело с этой маской гребаной. Ну ладно. Это то, что я думаю. Это привет оригинала. Вот эти вот звуки интересные. Слушайте. А ведь чтобы... И это, я так и понял, референс от разработчиков. Вот про что говорили вот эти вот обзорщики-то. Что они вот, типа, блуберы они оставили, получается, все вот эти вот места из оригинала. Но они их как бы переделали вот в такие вот пасхалки. Блин, тогда я не смогу уже их всех заметить. Значит, как-то надо включить все-таки этот. Ну, счетчик боеприпасов не буду включать. Отображение значков. Давайте видео такого кружочка. Разумеется, такой огромный не будем делать. Вот такой вот маленький. Но это лишнее здесь, я думаю. Да. Все.
Думаю, этого хватит. Ладненько. Побежали. Так, а как там на карту-то нажать? Ага. Вот эта вот кнопочка вверх. Надо запомнить, это тяжело. Так, первое сохранение мы прошли, кладбище и раньше. И сейчас по Нейтан-авеню мы выйдем в Акс-роуд. Как следствие... Ой-ё, мне 10%. Бля, хамуха. Надо телефончик поставить на зарядку. Сейчас подойду. Продолжаем. Так, Silent Hill. Снова эти звуки. Что это вот, кстати, за инструмент все это воспроизводит? Да. Кукурузные поля. Похожее место на канализационный карьер. Сужу по игре GTA San Andreas, там что-то похожее было. Выдыхаешься. Так, поворот налево. Главная дорога. Хрен знает. Road Dinner. Я постараюсь обследовать буквально каждый закоулок этой игры. Но опять же, играю в свое удовольствие, как я уже сказал. Поэтому не знаю. Игровая условность. Ой. Что вот в обители зла меня это бесило? Что вот здесь? Ну, походу... будто бы не изменилось, но при этом кажется больше. Обалдеть. Все, дальше дороги нет. Так, ну в оригинале возле этого цветочного магазина где-то здесь аптечка. Нет аптечки. Как же так-то? Дэд-энды. Типа конец главной дороги или тупик? Джеймс вроде никуда не смотрит, значит его ничто не интересует здесь. Такс. Новостные сводки, новостные сводки. 50.
Ну, что-то пасхалок я здесь, наверное, не увижу никаких. Так, насколько я помню, теперь у нас... Опа. Во многие здания можно заходить, в отличие от оригинала. Что вот меня на самом деле очень сильно бесило в оригинале. Как бы даже первая часть, блин, предлагала зайти хотя бы в одно здание. Опционально. Эх, все цветочки сгнили в этой теплице. Дорогая Кассандра, у нас сегодня был покупатель, который попросил букет из белых и красных роз. Мои любимые цветы. Естественно, я объяснила, что мешать красные и белые цветы – плохая примета. Но он так и не смог выбрать. Довольно странный человек, смотрел как бы сквозь меня. В итоге он сказал, что зайдет за цветами позже. Я сама, может быть, уже уйду. И решила предупредить. Я сама, может быть, уже уйду. И решила предупредить. Хорошо. Найдена записка из цветочного магазина. Спасибо, это информация, которую нужно обязательно выделить. Так, денежки у нас тут есть? Отсутствует. Таракашки. Уже. Если честно, Джеймс, очень не хочется знать. Твоя форма, судя по этим еще погонщикам, хрена себе. Ай, армия теперь повсюду мерещится, она буквально везде. Так, все, мы вышли. Странно то, что мы не нашли там аптечки. Ну или все-таки закономерно, потому что, естественно, неужели все должно это как бы лежать на видном месте? Сетка рябится. Так, я все время путаю. Так, а за что отвечать? Вот это вот у нас. Так, это у нас инвентарь. Вот эту сенсорную панель нажать. Так, карта. Южная долина. Заметки личные. О, письмо от мэрии. Фотография. Вот его красавица, жена, которого он ищет. Перевернуть. Ничего нету. Так, по письму. Обалдеть, он достает его. Жесть. In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised me you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Окей. Ждешь ты нас в этом прекрасном тихом месте. Есть еще больше этой лужи. More of that. Да. Так, по карте. Ну, я знаю то, что повернув направо, мы придем прямиком к сюжетам. Что у нас здесь? Если честно, то я помню, вот когда вот показывали геймплей Playable Teaser 5, то я представлял себе Silent Hill именно вот таким. Так, белые подозрительные странные покрывала. Что,
неужели здесь ничего нет? А? Допустим. Ну, согласитесь, очень странная хрень. Как это не поднять нам? Ну ладно, пошлите дальше. Так, разворот запрещен. Так как я обучаюсь на водителя, как вы знаете, из моих, получается, вот вещей, которые я выкладываю в своем телеграм-канале, то не удивляйтесь, то, что я буду обращать внимание на эти вот знаки. Это очень интересно. Закрыто. Он отреагировал еще. Значит, походу, тебе нравится вот эта вот культура. Как это называется? Ковбоя? Вестерн? Я помню то, что еще вот там показывали, что можно буквально быть мародером, как The Last of Us, и разбивать многие окна. А, или ты обратил внимание на это, наверное? Ну, хрен тебя знает. Так, движение без остановки запрещен. Стоп. Линси Стрит. Сандер Стрит. Ой, не то. Так, ну, ладно. По Линк Стрит идем вперед. Больше крови.